28 февраля в селе Колосов по Омской области 43-й раз будет открыт сельский спортивно-культурный праздник Севера. За 10 дней до старта финальных соревнований в Колосовке состоялось расширенное заседание областного и районного оргкомитетов по подготовке к сельской спартакиаде. Более 1000 спортсменов вступят в борьбу за призы главных областных зимних соревнований в 10 видах спорта. По словам организаторов, праздник пройдет в регионе на высоком организационном и спортивном и культурном уровне. Глава живописного Колосовского района заверил, что места для соревнований готовы практически на 100%. То же касается и мест проживания и питания. Также к празднику подготовлена печатная продукция. Для победителей спартакиады приобретены все кубки и медали. На 43-й сельской олимпиаде впервые награды призерам будут вручаться в денежном эквиваленте. Что касается культурной программы, без которой немыслим ни один сельский праздник, то в Колосовке будут проведены дискотечные программы, культурная составляющая праздника будет насыщенной. Традиционной остается ярмарка перед стадионом в день открытия. Режиссерская группа работает, сейчас огромное количество ребятишек из Колосовки приходят на репетиции, занимаются. Думаю, для них это будет тоже праздник, одеться в красивую форму перед родителями, выступить на своем стадионе, потому что давно уже не было праздника. Поэтому все готово, я думаю, что мы еще в течение последних 3-4 дней приедем, все просмотрим, как встретить гостей, где разместить. Ну и надеюсь, что и глава, и все, кто есть член оргкомитета, готовы, настроены, поэтому надеюсь, что праздник пройдет в очень хорошей спортивной и культурной обстановке. Итак, 28 февраля в географический центр Омской области съедутся лучшие спортсмены, творческие коллективы региона. А 1 марта в 16 часов на стадионе «Колос» торжественно поднимут флаги 43-го областного сельского спортивно-культурного праздника Севера «Колосовка-2013».